Я думал 4. Я тоже знал все движения дэнсбрейка. Джин покажет вам их позже. Да, я не могу сам, но сними сольную дэнс-практику. Ты чего? Он опубликует видео? Нет-нет. Серьезно? Да нет же. Он выложит. Джин Хён, ты прямо сейчас опубликуешь? Нет-нет-нет-нет-нет. Джин Хён, выложишь ближе ко дню нашего дебюта? Нет же. У тебя не будет фансайна, как только мы вернемся в Корею? Нет. Сумасшедший контент. Ах, правда, спасибо большое. Мое сердце. Если ты скажешь, что будешь снимать, мы будем рядом с тобой. Нет-нет-нет-нет-нет. Это так трогательно. Нет. Что бы вы ни сказали, я не буду это публиковать. Он сказал, что хочет... Он хочет показать нам видео. Нет-нет-нет-нет-нет! Вот что он сказал. Я хочу танцевать с вами. Да, вот это правда. Хочу с вами. Но можно ли выиграть в лотерею, потому что только вы это хотите? Нет, нельзя заполучить все, что ты хочешь. Это твоя мечта. Все возможно. Мы можем воплотить твою мечту в жизнь. Мы воплотим твою мечту на видео. Нет, не переживайте за меня. Ты выучил все движения? Да. Ты все выучил? Да, но... Вот почему он хочет танцевать. Он выучил все, но еще не успел освоить в совершенстве. У тебя очень хорошая память. Кто сказал? Впервые такое слышу. Да ладно, тебе не стесняйся. Давайте поднимем бокалы. Хорошо. Хён, выздоравливай скорее.